なんでこんなに暗いの？Что тут так темно? Я тебе сказал, я боюсь темноты. Да нормально все. Я же говорю, не так уж и темно тут. Да темно тут. Тут темнее, достаточно темно. Там никого нет, включите свет. Слишком ярко. Что это значит? Хе-хе-хе! Вы чувствуете это? Вы действительно думали, что можете убежать, да? Очень жаль! Да я это предвидела! Я это предвидел, что вы придете сюда. Я супер-дупер-герой! Воинов надежды! Младший невероятный спортсмен Масура Даймон! Ну вот, наконец-то началась игра. После туториала. Эй, я не позволю вам убежать, демоны! Какого черта? Что с этим маленьким, тупым сорванцом? Это он. Он один из тех детей, что поставил этот браслет мне на руку. Один из них? Не обращайтесь со мной, как с каким-то чурбаном. Я лидер воинов, воинов надежды. О, да ладно. Я не такой, как те взрослые, которые называют себя лидерами, но прячутся, как трусы. Самый лучший лидер – это тот, кто стоит храбро на передовой линии. Это истинный герой, лорд. Масура Даймон. Это было круто, верно? Я сейчас выглядел просто абсолютно крутым, верно? Да, ты очень крут. Господи, ну что за самовлюбленный, маленький, неблагодарный. Такие сорванцы, как он. Всегда получает то, что приходит к ним. Ну, Феодора, не удивлюсь, если он насмотрелся One Piece. Эй! Что? Уже испугались? Когда лидер и его группа. Так. Когда лидер всей группы вскочил. Страшно, да? Жалко. Прямо как я всегда, прямо как я всегда говорю. Глупые маленькие девочки
без без сосисек является трусами. Сосисек? Этот ребенок, он только что сказал сосисик. Как бы сосисик. Он просто выплюнул слово сосиски. Вот так. Как неприлично. Предрассудительно. Тупой. Тупая сосиска. Токо, ты не должна продолжать повторять это. Хорошо. Готовьтесь, демоны. Даже если вы покажете мне свои животы, как собаки, и будете молить о пощаде, вы по-любому это получите сейчас. Готовиться к чему? Разве не очевидно, к... Так, Колизея, к убийственному Колизею. Я собираюсь убить вас, демоны. Убить? Казнить тебя, ты болванка. Ты даже не можешь говорить, это правильно. Таких вещей, как бисиный Колизей, даже нету. Это произносится как Колизей, что является амфитеатром, что был построен в Древнем Риме. А, так значит, он исковеркал настолько. Ну, такое не понять, если не прочесть наперед несколько раз. Точнее, посмотреть весь текст наперед. Ты уж вести себя так круто и даже не знать, как это произносится. Да, ты действительно просто ребенок. Да, я знал это. Это как бы просто еще одна особая шутка героя. Ты тупой демон. Болтливый демон. Да, тупой тоже сойдет. Так, что все это насчет демона вообще значит? Надеюсь, что... Нет. Пусть лучше, чтобы это не были мы. Он не говорит только о нас. Он говорит о взрослых в целом. Че? Да, верно. Вы взрослые демоны. Вы наши враги. Враги детей. Вот почему я и воины надежды собираются выследить каждого из вас и убить. И потом мы сделаем мирный рай только для нас, детей в этом городе. Что это такое?
見てわかんねえのかよ。こいつらは俺っちが勝った魔物だい。Чё, не можешь понять, просто посмотрев, что ли? Это... эти ребята демоны, на которых я поохотился. Туда? Сугей, даро! И чок ты мантен, даро! Ну, как оно? Разве это не круто? Это стоит... 1 триллион бразильских очков, наверное. Омару, дамео. Митя, дамео. Омару, тебе нельзя смотреть. Несмотря ни на что, не смотри. Господи. Митя, даме, ты же тебе говорила, не смотри. Чё-то унде содатета тте дакеде. Коно кяксеке ни иру минна о сихай штейта мамоно да. Просто потому, что они нас родили и выросли нас. Они думают, что могут контролировать нас. Юша де ару оречи га соре о катте минна о джию ни шти аттан да. Как герой, я поохотился на них. И дал свободу всем. Детьми. Ой, теперь не нужно меня так много хвалить. Я просто сделал то, что любой хороший лидер бы сделал бы. Как ты вообще можешь делать нечто подобное? Вы, ребят, вообще понимаете, что в один прекрасный день вы тоже станете взрослыми, верно? Я не стану взрослым. Я сделал, дал обещание воинам надежды. Я дал обещание Моноке. Если я превращусь в грязного, грубого, уродливого, вонючего демона, я бы скорее бы предпочел умереть как ребенок. Видите? Вы же слышите это, правильно? Все любят меня, все ценят меня, потому что я их герой. Если я выслежу каждого демона, тогда никому больше не придется бояться. Им не придется бояться насилия и боли. Не придется бояться. Ну понятно, понятно с этими детьми. По сути, они реально пережили какую-то очень серьезную травму. Я могу сказать, кто стала жертвой насильника даже из предыдущей части. Ну вот с этим парнем тоже похоже что-то плохое случилось. Поэтому, да, заставляю задуматься о кое-каких вещах. Что-то с ним. Я не буду бояться. Я не напуган вообще. Я больше не должен пугаться темноты, боли и запаха алкоголя. Больше не хочу, больше не надо. Ага, понятно, значит, его отец был алкашом, избивал его и все там духи. Да, такое
часто видишь в наши дни тоже. Играй, Больше нет. Не имеет значения, сколько ты будешь меня избивать. Я больше не буду бояться. Ты меня слышишь? Не буду бояться. Что это такое? Это странно. Дерьмо! Прекрати! Прекрати, я сказал, бля! Я не боюсь! Я не боюсь ничего! Я герой! Герой ничего не боится! Он не боится смерти! Не боится... убить! Ничего! Так что просто прекрати уже! Пожалуйста, остановись! Хватит уже! Это мощно. Она наконец-то послушалась меня. Да уж, это, конечно, было неплохо. Привет, Фуму. Прекрати уже. Пожалуйста. Остановись. Мы не демоны. Мы ничего вам не сделаем, ребят. Пожалуйста. Эти дети совершенно безумны. Разговаривая с ним, мы ничего не добьемся. Они даже не уважают ни жизнь, ни смерть больше. Они за пределами. Нет, они за рамки здравого смысла. Так, сейчас, секунду. Вот. В таких моментах ошибаться не надо. Так. У этого слова только одно значение. Ладно, я переведу как я знаю и как мне подсказывают. Вы, ребят, походу у вас долговязные тела. Может быть, вы еще не истинные демоны. Но вы почти демоны. Вы в конечном итоге будете демоны. Я это могу сказать. И вот почему я должен победить вас. Перед тем, как вы превратитесь. Да, Фума, это первый босс, потом.
Монокума Гандам. Что это такое? А я не знаю, ты робот какой-то. Это читерство. Ребят, посмотрите на меня. Лидер воинов надежды. Герой. Я собираюсь победить этих демонов, как раз плюнуть. Токо, что же нам делать? Мы будем противостоять этой машине, так что... Пока что у тебя есть эта машина. Это оружие, что господин дал. Нормально все будет. Нормально все будет, возможно. Ты что, не особо звучишь, уверенно. Хорошо, герой-робот. Марк Гайвер. Короче, порви этих демонов. Привет, Берс. После того, как я убью вас, я выиграю демон хайтинг. Потом рай, что хочет Монако, будет создан. Ну, что-то тут нужно найти дуры. Мне как бы только один вопрос, а куда нужно стрелять-то? По идее... Ну, как и думал, в грудь. Демон Акума. Да. Блин, эта сраная камера автонаводится на этого... Урода, блин, и мешает убегать от него. Мега драйв дрель. Я не хочу умереть вот так. Тогда у нас нет выбора, как кроме сражаться. Господи. Не, ну все-таки битвы с боссами ничего так. Мне даже нравится. Талин. Фумо, иди на YouTube, если у тебя лагает. Поставь качество самое худшее. Че, больше ничего не дропается из него? О! Открыла ему. Так, тихо, успокойся. Блин! Нормально попал. Ах ты ж... Блин!
Нужно держаться подальше. О, сердечко. Блин! Тони, я четвертую должен пройти, у меня Special Edition лежит на PS4. Я не знаю, когда ее пройти. Времени нет, но с удовольствием, серьезно. С большим удовольствием. Блин! Не смотри в чат, Валера. Давай, повернись. Есть! Воу-воу-воу! Так, твою же ж... За ногу. Взял сердечко, называется. Что это было? На тебе. Готов. Фу. Как игры для Виты, заебись. Его казнили? И вот там, что с ним сделали-то? Окружили, набросились и, так сказать, потянули, и потом его там на куски разорвали. Да. Казни тут есть тоже. Блин. Вот суги казнят. Ну ладно, что поделаешь. Выглядит, словно разгневанные души забрали его в ад. Кстати, да. Блин, вот это было круто, реально. Вот то уныние, которое было до вот как началось тут, до того, как мы встретились с этим чуваком. Блин, стоило того. Потому что, реально, встреча с ним достаточно ничего так круто. Что... Почему? Они же все дети, почему они?
Это не похоже просто на какую-то внутреннюю борьбу. И это означает... Нет, этого не может быть. Наверное, это своего рода какое-то наказание за то, что он проиграл в игре. Как же жестоко. Фумо, ты пропустил туториалы, серьезно. Вот что ты пропустил. Что за... Да ничего, забудь. Теперь настал наш шанс выбраться отсюда. Да, ты права. Пошли. Ну, я надеюсь, что с туториалом ее хватит, и во второй главе уже будет поинтереснее. Хотя нет, Фумо, там были кое-какие интересные вещи. Например, бомба внутри влагалища Тян, там рассказы интересные про Чили. Это было забавно. Вот были там мои маленькие интересные вещи там. Нашли карточку какого-то чувака еще. И как я понял, так мы будем находить еще кое-кого. Как бы были интересные моменты, но были слишком много всяких скучных, так сказать. Теодор, до тебя только дошло, что ли? А, да. Мы еще встретили брата Асахина из первой части. Правда, он взорвался. К сожалению. Так. Слушайте, я ничего там не пропустил с учем, да? Нет. Я даже не знаю, как записи делать, потому что... Ребят, вы что скажете? Записи мне как-нибудь порезать и совместить их и убрать уныние? Или... Пофиг. Хотя, пофиг, так сойдет. Не хочу, чтобы кто-то что-то пропустил. О, я думала, что мне хранты. Наверняка в этот раз. Токо, что происходит? А тебе больно? Нет, фу, ты ранена? Чё я несу? Даже если я встретилась с одним из этих главарей, я не смогла заполучить никакую информацию касательно... Нет, не смогла получить никакую информацию от него. Как, например, где же господин Бякуя? И насчет того человека тоже. Того человека? Господи, я не хороша. Я никчемная девчонка, просто мусор. Идиотский кусок грязи. Эй, ты нет. Ты не мусор. Ты не уродина. Я не сказал ей, что я... Я не сказал, что я уродливая. Не бросайся такими вещами по своему собственному усмотрению. Ой, извини. Просто мне показалось, что ты... В то время как мы ссоримся, вот так сейчас эти проказники, вероятно, сейчас пытают господина Бякуя. И он корчится в... Ребят, пошло! Внимание, фантазия Току! Блять.
諦めんぞ。きっとあいつが俺を助けに来てくれる。Я не сдамся, она сейчас направляется ко мне, чтобы спасти меня. Она спасет меня. Я верю в нее. Я верю в... Току Фукава. Феодоран, где тут Яой, ты видишь? Это фантазии девушки. То есть это нормально все. Это плохо. Это действительно плохо. Да, действительно звучит плохо. Ну, и куда же мы направимся отсюда-то? Метро оказалось ловушкой. Куда же мы можем пойти-то? А как насчет вместо того, чтобы спрашивать меня каждый раз, ты бы использовала свои мозги хотя бы на этот раз? Да, но... Ну, хотя я думаю, что ты стала лучше, чем была раньше, по крайней мере. Теперь ты хочешь выжить. Просто останься сосредоточенной. И будь осторожен, осторожней касательно того, что тебя окружает. Это не... Если я правильно помню, это место должно было быть похороненное в обломках. В обломках, верно? Но по какой-то причине похоже, что весь этот мусор был убран отсюда в то время, как мы, походу, сражались с тем... сорванцом. Тогда мы можем попасть в метро отсюда. О, господи. Ты действительно не извлекла свой урок, верно? Подумай об этом. Ты не думаешь, что это слишком удобно? Если это действительно просто совпадение, то ты самая счастливая девушка на планете. Так ты думаешь, что это ловушка, верно? Да, но если ты подумаешь об этом, может быть, нечто такое очевидное, как ловушка, может быть, не ловушка, а? Господи, да что у тебя в мозгах вообще происходит? Слэйер, ты пропустил самое интересное, реально. Просто топчик. Но если ты говоришь, что лучше не идти, тогда мы этого не сделаем. Хорошо? Привет, дверь. Много что было. Но не то, что я говорю тебе не делать этого. В любом случае, нам некуда направиться дальше. Я просто сказал тебе, чтобы ты приготовилась к ловушке. Приготовиться? Хорошо, окей.
せめて明かりくらいはついてるといいけど。Я надеюсь, что хотя бы свет там есть. Если там будет кромешная тьма, мы вернемся обратно. Да нормально все будет. Я с тобой, не бойся. И что? Ты что, магическим образом включишь свет, что ли? О, кстати. Тут же будут две новые медведи, которые хз что будут. Д. Днище. Круто. Репорт карт. Я только... одну нашла. Фу. Одну нашел. Фу, не нашел. Спрятанных детей. Тоже одного нашел из пяти. Да, я, короче, много чего пропустил. Ну ладно, придется второй раз проходить. Внимание, фантазии Току. Опять? Мразь! Прими ванную! Короче, прими ванную перед тем, как посмеешь подойти ко мне снова. Бонус, вы заполучили 50 монокоинов. Глава первая. Конец. Продолжение следует. Слэйр, это фантазии языкастой. Тохуку. Ту, Тохуку. Токо. Это просто конец фантазии, который нам показали сразу. Так. Да. Это было забавно. Ну что ж, мы прошли первую главу и пролог за 2 дня. Это означает, что можно по одной главе проходить в день. Нет, Фумо. Вот именно, что это не получается. С чего ты вообще такие выводы сделал? Господи. Току вообще всю игру тащит на себя. Она тащит игру, но не только она. Еще вот эти дети тоже тащат нехило. Потому что это реально. Ну а главная героиня... ну... какой ее брат был в первой части, так и его сестра еще хуже него. Да уж. Герои второй части реально просто лучше по сравнению с ними. Ну, окей, ладно. В любом случае. А, ну, Фумо, потому что я... забей. Потому что я устал и уже начинаю ошибаться. Поэтому и... читаю неправильно. Ладно, все. Вторую главу, значит, завтра начнем. И посмотрим, кто же следующим боссом из них будет. И что нас ждет впереди. Надеюсь, много чего интересного. Я знаю, помимо того, помимо всего прочего, то, что должны появиться 2 медведя. Один Широкума и Курокума. То есть... белый медведь и черный медведь, которые будут играть какую-то важную роль в сюжете. И посмотрим. Ну и кроме того, походу, надеюсь, не только Нагито мы тут встретим из знакомых персонажей второй части, а еще больше. И само собой из первой части, я надеюсь, мы тоже встретим остальных. По секрету говоря, мы точно их встретим, но ладно. Так что, вот, на этом на сегодня все.